самых почетных призов в художественной гимнастике, с боями прорвавшейся на этот чемпионат и неплохо пока выступающей Екатерины Серебрянской. Упражнение с лентой. Вы сейчас видите Катю Серебрянскую, а мы поглядываем в тот угол зала, где готовится к своему выступлению Яна Батыршина. Без устали она швыряет скакалку, но разминается. Я пытаюсь увидеть, а где же Алина Кабаева? Уж ей-то в первую очередь интересно посмотреть за выступлением Яны. Я думаю, что она сидит в тренировочном зале и смотрит по телевизору, переживает впечатление. А вот Ева Сиранов в своем углу зала никуда не уходит. Она смотрит за Катей Серебрянской. У них борьба, предположительно, за третье место. Молодец, Катя. Это, по-моему, первая ее композиция, в которой она вот, ну, не единый погрешности.